Возможно, сразу несколько судебных исков ожидает и Омск водоканал. Из-за прорыва трубы на бульваре Зеленом залило балконы нескольких квартир в девятиэтажке. Инцидент произошел около 6 часов вечера. Столб холодной воды доставал до 6 этажа. Если детворе это казалось забавой, то вот взрослых такой сюрприз явно не обрадовал. Пока неизвестно, какой ущерб причинен и будут ли его компенсировать. Ремонтные бригады водоканала прибыли на место в течение часа. Причину порыва еще предстоит выяснить. Несколько домов остались без холодной воды.